В Славянском историко-краеведческом музее на прошлой неделе состоялся урок мужества для школьников района. Его организовали специалисты управления образования с целью патриотического воспитания молодежи. На уроке вспомнили героев Великой Отечественной войны, а также пообщались с ветераном, легендарным разведчиком Василием Васильевичем Вертелем, из личного опыта которого узнали о героизме и исторических фактах того времени. Подробности в материале моих коллег. Участниками урока мужества стали школьники трех школ района. Лицея номер 1, СОЖ номер 19 хутора Коржевского и номер 25 станицы Анастасиевской. Перед началом урока школьникам провели экскурсию по залам историко-краеведческого музея. После чего состоялся урок мужества на тему «Подвиги героев в эпоху Великой Отечественной войны». Провел его Алексей Тимовский, учитель истории, обществознания и кубановедения в школе номер 19 хутора Коржевский. Главная цель урока – привить подрастающему поколению любовь к своей стране, пробудить чувство патриотизма, напомнить о тех, кто воевал, ковал победу в годы войны. На мой взгляд, урок прошел в очень эмоциональной форме. Пусть не все дети, но многие из детей прониклись действительно уроком. У некоторых у детей на глазах даже были видны слезы. Была видна та искорка переживания всех тех подвигов, которые освещались именно на уроке. Проходил урок не совсем в стандартной форме. Ребята не только слушали преподавателя, но и вели с ним диалог. Рассуждали на тему, что такое подвиг. Особую оживленность у ребят вызвало выступление ветерана Великой Отечественной войны Василия Васильевича Вертеля. Они внимательно и с интересом слушали ветерана, после чего задали ему интересующие вопросы. В годы войны Василий Васильевич был разведчиком. Практически все время на фронте приходилось быть на передовой. Пережить пришлось многое. Потерю близких, гибель боевых товарищей. Одно из самых страшных воспоминаний. Ожесточенные бои за Сталинград. Из дивизии, в которой было 17 тысяч человек и в которой служил Василий Васильевич, остались в живых только 360 солдат. Он подробно рассказал школьникам о своем боевом пути. Ребята из первых уст узнали, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Я всех своих товарищей по сегодняшний день помню. И командиров полков, и заместителей, и начальников штабов. У меня все это осталось при мне, потому что я их запомнил на всю жизнь. 4 года войны – это история большая. Ну, что вам сказать? Я хочу просто вам всем пожелать хорошей учебы, знания. Молодежь у нас какая, как бы кто-то что-то не говорил, но молодежь у нас прекрасная, хорошая, по времени. Так что жаловаться на нашу молодежь нечего. Вот поэтому я вам всем хочу пожелать добра, счастья, успехов и здоровья. После урока школьники делились впечатлениями. Марина Бондаренко, ученица СОЖ номер 19 хутора Коржевского, считает, что историю своей страны должен знать каждый. Я думаю, что такие уроки нужно проводить чаще, потому что они помогают нам не забывать и помнить о героях Великой Отечественной войны. Как важны нам сейчас воспоминания и рассказы ветеранов, таких как Василий Васильевич Вертель. Ведь они – живая история нашей страны. Особенно актуальны такие уроки мужества именно сейчас, когда с каждым годом все меньше становится ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Тех людей, которые на себе испытали все тяготы, лишения военного времени и могут поделиться своими впечатлениями с ребятами. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».